отцепил с камушка и сразу же поклевочка. О, это что у нас такое? Это типа собаки какой-то. О, это у нас тавритка. Есть, есть. Вот, собственно, та рыба, которая и откусывает наши приманки, которые на самом деле не очень так и просто поймать. Вот такой маленький небольшой карасик. Ну и, конечно же, по классике откусил нашу приманку. Есть. Есть. Но это, скорее всего, карасик тоже. Да, вот он, небольшой карасик. Ну, даже приманку нам оставил. Есть. Ну, опять что-то небольшое. Карасик стандартный. Вот он подсел. Ха! Ставридос. Ты что ли там бутуешь-то, а? О! Приманку мне испортила. Вот он, подсел. Ух ты. Не-не, у меня подсел. Ой, хорошо-то идет. Неплохой карась. Опа, а у тебя сел. Да? Есть еще один. Как же он сопротивляется. И все вдоль стены вот этой вот. Видишь, который? Хороший карасик. Таких на пруду в деревне не положишь. Так, посмотрите, сколько у него зубов. Отличная рыба. Это уже третий карась с одной точки. Буквально сделал только 4 заброса. Да, да, такой небольшой пакетик. Ну как по словам, друзья, в своем репертуаре. А я лучше продолжу ловить карасей. Есть, есть. Но это что-то маленькое. Кто это у нас там? О, это барабулечка. Это небольшая барабулька. Иди. Ну это барабулька. Ух, как потянул. Неплохо потянул, но небольшой карасик. Ну поклевка его была. Ну крючок-то отдай. Иди. Конечно, поклевка такая, я думал, там что-то покрупнее. Знаешь, как пакет себе думал. Вот они все пасутся вдоль вот этой плиты, которая под водой. Что-то я там поймал такое. Ой, это кто такой? Не-не-не, это так называемая рыба-собака.
уйти отсюда. Карасика нам там позови, если есть. Это кто такая? Это ставритка, друзья. Видимо, была небольшая стайка карасика, которую мы с успехом выловили. Но я думаю, сейчас попозже, к вечеру, еще сюда рыбка подойдет. Это, скорее всего, небольшая ставрида, потому что поклевка была прям сразу на падение. Ну да, совсем детеныш. Вот опять была поклевка, но тоже ставрида, скорее всего. Вот, а это что-то покрупнее, это, скорее всего, карасик подсел. Неплохо давит, в камни идет. Вот нет, это хорошая скорпена. Друзья, это неплохая скорпена. Сейчас попробую осторожненько отцепить. Потому что она вся покрыта колючками. Порой ее уколы очень болезненные. Ну, такая неплохая, но, согласитесь, красивая рыба. Иди. Есть опять маленькая, наверное, ставрида. А нет. Это что-то типа бычка. Совсем кроха. Вот кто-то присел. О, маленькая ставридка. Где ж большие? Вот это мы, вот этим и подкупает морская рыбалка, ты не понимаешь и не знаешь, что у тебя клюнет в ту или иную минуту на очередном забросе. То есть мы сейчас буквально с одного места поймали скорпену, бычка, ставриду, вот опять поклевки уже на падении. Все поклевки случаются на выбросе. Но здесь место такое очень интересное. Можно наблюдать волнорез, к которому на самом деле очень сложно подойти, пройти на него. Но все равно близ его здесь очень много камней. Именно то место, вот эти камни, они привлекают рыбу. Ой, у меня скорпенка. Ай, ой, я, кстати, здесь их еще не видел, только на фотографии. Не, ну, на башке, да, шипы эти. Да, с ней надо быть очень осторожным. О, смотри, скорпенка! Ух ты! Да, очень красивая скорпена, красная. Очень красивая рыбка, конечно. Надо с ней аккуратненько. Аккуратно, лучше на берег, ее только там. А? Красненькая такая.
фоткаться. Это, наверное, горбыль. По поклевке, по сопротивлениям видно. Было видно очень мощный удар и сразу в камни. Ух ты! Вот это сопротивление. Только не в камни, я тебя прошу. Очень хорошая поклевка была. Как же хочется, чтобы это был горбыль. Ой, сразу по плиту пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, что он делает? Только не в камни, я тебя прошу. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, я ничего сделать не могу. Это очень хорошая рыба. Еще волна мешает. У меня пульс уже зашкаливает. Его надо просто быстрее вывести на поверхность. Иначе он просто уйдет в камни. Все, все, я его вижу, я его вижу. Да, это очень хороший горбыль, друзья. Ой, не туда, не туда, не туда. Ну покажись, покажись. Там же конец волнореза, он может туда уйти и просто перетереть нам все. Да, это он. Друг, друг, ну мы ж тебя отпустим. Как же скользко здесь еще перемещаться. Я постараюсь вывести его на берег. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется брать, наверное, с воды. Ну давай, давай, волна, помоги мне. Да! Хо-хо! Это очень крутой горбыль. Да! Друзья, я сделал это, и мне сложно сказать, сколько, но я думаю, за килограмм ближе к полутора, а то и к двум. Фу, ну и потрепал мне нервы. Фу! Ну и потрепал тут и мне нервы, дружок. Все, друзья, сейчас будем отцеплять, фотографировать и, конечно же, отпускать.